заканчивается на тренировке. Вот Диму тренируем. Сейчас что у нас, Дим, будет? Сейчас у нас будет белка в колесе. Я бы сказал, Маруся в колесе. Маруся в колесе. Маруся! Ты что там делаешь? Тренируешься? Поехали дальше. Не боись, не боись. Сами тренируемся и детей развлекаем. Зачем меня туда засунули? Карусели Стронгов. Всем хорошего вечера. Друзья, ну вот я уже в своем любимом зале Flex Gym. Flex Gym 5 звезд. Димка сегодня меня взял под свое крыло. Что, Дим, сегодня делаем? Жим ногами. Жим руками. Шутник. Жим лежа, жим лежа. 100 лет не делал своим надорванной грудной мышцы. Вот такой вот зал у нас. Все, продолжаем заряжаться энергией. Чего и вам желаем. Всем доброе утро. Ну или уже добрый день. Вот приехал в Камелот. Здесь будут размещаться наши атлеты, которые приедут ко мне, точнее к нам, на день города. А кто любит кофе, ну еще и бодрое утро. Хорошего дня всем. Вот, друзья, снова в спортзале «Сила Сибири». У легендарного Юрия Колмакова. Он всегда нас удивляет какими-то рекордами, либо просто подделками, да? Чем будешь сегодня удивлять, Юр? У легендарного Валентина Дикуля были шары по 45, у нас шары по 47. И чуть-чуть побольше, сейчас будем поднимать два. Это те шары, которые... Шары Дикуля, которые Михаил Кокляев не смог поднять на базе Валентина Дикуля. Они были по 45, у нас по 47. Ну где они, покажи ее. Вон они. Где? Вот они. Ну сейчас в следующем сторисе попробуем их поднять.